В третье воскресенье сентября в нашем крае отмечается День кубанской семьи. Издавна жители юга умели беречь и ценить дом и очаг своих близких, ставили семью на первое место. Ведь, как гласит пословица, семьей дорожить, счастливым быть. Накануне праздника мы встретились с супружеской парой Григоренко из Протокского сельского поселения, которых можно по праву считать примером настоящей кубанской семьи. Тему продолжат мои коллеги. О том, что такое жить в согласии и мире, знают не понаслышке Татьяна и Владимир Григоренко. Супружеский стаж у них с мужем почти 33 года. За это время в их семье родилось 8 ребятишек, 4 сыночка и 4 дочки. Свадьба была большая. У нас человек 100, у тебя человек, да, 100 было. Раньше такие свадьбы были, и все же дома. И все поздравляли, все желали чего-то. А один человек, мужчина, помню, что встал и говорит: ну вот все вам там желать, а я, говорит, хочу вопрос вам задать. Мы говорим: что? А он говорит: вот сколько детей у вас будет? Ну, честно сказать, мы об этом не думали. Все в розовом свете, там такие воздушные замки какие-то. Но там мы одновременно сказали 4, и он, и я. Почему так, я не знаю. Ну вот и получилось, 4 мальчика, 4 девочки. Залог правильного воспитания детей – верность кубанским традициям и своей уникальной культуре. Вот система ценностей, которая должна формироваться с самого детства и быть в каждой кубанской семье, уверены супруги Григоренко. Если мы не будем учить наших детей, нашу молодежь на основах наших традиций, не чьих-то, а кубанских традиций, ничего не получится. Года два назад, полтора, дети стали называть нас на «вы». Перешли. Вот, младшие, да? Старшие уже, да, привыкли на «ты». Да, вот старшим двоим сыновьям трудно. Они понимают, но им трудно. А меньшие дочки послушали, почитали, ведь казаки на «вы» всегда говорили, да, там не было тыканье никогда такого. На себе тоже «вы» было, да. Да, и вот. И стали говорить, вот «вы». Сначала тоже непривычно, ну а теперь понимаю, что надо все ставить, вот эти порядки любви, надо все ставить на свои места. Великое преимущество каждой семьи – ее традиции, которыми должна быть пронизана вся семейная жизнь. Именно они преображают быт и создают особую атмосферу. В семье Григоренко сложились свои добрые традиции. Совместные путешествия по живописным уголкам Кубани, семейные праздники, участие в фестивалях бардовской песни. Я помню прошлым летом, ты мимо проходил. Зачем теперь заметил, со мной заговорил. Дом семьи Григоренко для детей и внуков – это то место, где уютно и спокойно, где всегда поймут и поддержат, помогут решить проблемы и искренне разделят радость. А в этом, считают супруги, и есть смысл семейной жизни. В этом их счастье. Благополучные, крепкие, духовно богатые семьи – это основа нашего общества. В них растут счастливые дети. Многодетная семья Кубани – ее гордость и твердая основа. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».